Вот такие плюшечки у меня с утра, красивые, румяные. Можно их корицей еще посыпать, будет вообще огонь с ванилинчиком. И будет вкусняшка. Так вот закрутила их. По-быстрому. Слоеного теста вообще быстро делается. Медом смазать можно. Со сливочками, с вареницем. Внутрь можно положить начиночку, джем какой-нибудь. Легко делается. Раз, два и готово. Румяные булочки.